Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как оставаться сильной, спрашиваете вы. Что значит оставаться сильной? Сильной оставаться для чего? Что такое для вас быть сильным? Когда двое отношений и оба неудачные, один женился на другой, другой был у меня первый, признавался в любви, но друзьям и коллегам говорил, что развлекается. Вы выбираете таких мужчин, с которыми у вас не складываются отношения. Здесь налицо прослеживается родительский сценарий, который запрещает вам создавать гармоничные отношения. Здесь, очевидно, есть страх перед близостью и подсознательное, бессознательное желание не создавать семью. Вот, то есть страх семьи, страх семьи. Возможно, и другая причина, при которой вы, к примеру, слишком нуждаетесь в мужчине, чересчур зависимо от ним себя ведете, быстро теряете свою ценность в его глазах, и, соответственно, возникает вот такая история. Нужно сделать анализ ваших взаимоотношений с мужчинами, в том числе и с вашими родственниками, мужчинами. Вот, я думаю, тогда будет более понятно, о чем идет речь. Работаем вместе, теперь я осталась за бортом, он не хочет общаться. А что случилось? Почему? Я говорила, никому не рассказывать. Почему? Его друг все с тем расстрелил, даже то, что он у меня был первый, просто развлекался. Но для начала надо определить, что это для вас значит, а и почему вы этого стыдитесь. Вот. Как не сорваться? Куда не сорваться? На что не сорваться? Нет сил. Нет сил от чего? Нет сил на что? Такое ощущение, что вам отношения, вот они прям очень сильно нужны, и вы в них нуждаетесь. Вот в чем вы нуждаетесь в отношениях, надо бы разобраться. Потому что сейчас это выглядит все так, что мужчины просто не дали вам того, что нужно. А у вас были, мягко говоря, не совсем реалистичные ожидания от них. То есть вы не видели настоящих людей, а вы видели то, что вам хотелось видеть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.